Друзья, друзья, каждый раз Латвия нас удивляет. Недавно мы узнали, что у вас нельзя ездить на велосипеде без прав. И пьяным нельзя ездить на велосипеде. Возникает вопрос, зачем тогда вообще он нужен, этот велосипед? Согласитесь, все дети любят сладкое. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Детский творческий коллектив «Кукушечка» перед выступлением чисто случайно съел коробку конфет с коньяком. Хорошо-то как! Музыкант, давай громче! Стоп, что вы наделали? Шухер Светлана Геннадьевна! Стоять! Идите сюда! Ваня, что с тобой? Мне уже 7 лет! А я еще ничего не достиг! Что с Пашей? А где Паша? Паша! Паша! Да я Паша! Что с Пашей происходит? Ну что с тобой происходит, Паша? Че я так драться-то хочу, а? Паша, драться плохо. Светлана Геннадьевна? Да. А у вас есть парень? Обухов. Ваш парень Обухов! Кожома? Теперь Кожома? Вот вы ветреная! Полежать! Я хочу полежать! Но почему я не могу лечь? Выкопайте мне ямку, а? Так, вы в таком виде на сцену не выйдете. А я давно говорил, что у нас костюмы уродские. Ваня, солнышко, что ты такое говоришь? Я не солнышко, я свинья. Вы что, не понимаете, что вы в таком виде выйдете на сцену, меня уволят? Светлана Геннадьевна, Свет, Пышненко, давай работать. Делайте, что хотите. Нашу? Нашу. Мы все живем для того, чтобы завтра сдохнуть.